Так, ребята, доброе утро. Вот первая ночь у нас уже прошла здесь. Хочу показать вам красоту Гавайи. Вот это вот наш отель такой высокий. Я не знаю, сколько этажей, но много. Потому что мы на 21 этаже. Так все ухожено. Смотрите, как камушком выложено. Здесь я вчера паре была какая-то организация всех своих рабочих приглашает билеты на Гавайи бесплатно. Плюс здесь вот проживание все. То вот этот лагуна и называется. Я хочу вам показать именно какие здесь вот. Сейчас я дверь открою. Ну что здесь именно только у кого карточки. Сейчас одну минуточку, я достану карточку. Вот такие вот карточки. И нет, оно еще закрыто, не запускают пока. Ну, значит, так, сори. Посмотрите, какая красота. Тоже мужик подошел, тоже не может открыть, сам сорвается. То красиво, очень красиво. Сегодня видно вот немножко ветерок, как волночки такие небольшие идут. А вот посмотрите сейчас. Это как мотоциклы плавают здесь по этой лагуне. Посмотрите, какая красота. Деревья цветут гавайские. Красиво, очень красиво. Посмотрите, какие крупные цветочки. Пальмы. Вот эту неделю до четверга мы здесь и будем жить, а следующую неделю то новое здание. Там это и этот Хилтон, и тот Хилтон. То, ну, там это новое здание. Это при нас строилось, когда мы раньше приезжали сюда. То красиво. Люди гуляют по утрам. Своих что-то будил, не хотят, говорит, мы приехали сюда отдыхать, а не ходить, дома будем ходить. А я решил обычно с утречка, пока свежий воздух, нормально. То вот смотрите, тоже вот кустарнички цветут, я не знаю, вот как ягодки какие-то такие вот. Здесь вот, пожалуйста, доски плавать по волнам, кто любит, то неплохо. Это тоже посмотрите, какое здание, гостиница какая шикарная. Сегодня вот здесь будут, здесь каждую пятницу салюты пускают, каждую пятницу. То столько народу приходит со всех гостиниц посмотреть. Здесь что-то они вчера снимали кино или что они снимали. Что-то вчера здесь столько кинорепортеров было. А сейчас видите, вот они с утра. Пока еще людей сильно много нету. Ремонтируют крышу. Океанчик.
красота уже. Люди любуются океаном. Народу много, очень много народу. Те года, мы когда сюда приезжали, то столько народу не было здесь. Намного меньше народу было. А сейчас, видно, после пандемии, видите, вот здесь идет вот как волнорез, и здесь вот мелковато там режет волны, то здесь хорошо, удобно купаться вот в Мексике. А одна проблема, там океан резко вниз идет, то немножко как бы проблема. Глубина сразу, то есть за это Женка у меня и не нравится ей Мексика. Так-то все хорошо, а так вот посмотрите, там какие волны. Он уже кораблик на рыбалочку пошел. Уже. Вода с утра теплая, потому что воздух немножко прохладнее. Отсюда вот причал уходят лодки покататься там по океану. Красиво, все ухожено. Вот, правда, песок вот, видите, здесь вот как был вчера, так и сегодня. А в Мексике там каждое утро его равняют, специальная техника проходит, равняют, все четко так, классно. То вот где солнышко встает, это Трамп Тауэр, Трампа здание. А вот сейчас как бы от солнца немножко не очень хорошо видно. А так вот, вот у гора, там нету растений. Вот вчера смотрю, голая такая гора. Эти уже любители поплавать на досках. О, вода просто шикарнейшая. Вот тоже рыбачки поехали. Сегодня дочка приедет, повезет знакомить нас с рабочими. Рабочие хочет сильно увидеть Олежку, он общается с ее, где она работает, со всеми рабочими. Он так у нас парень очень общительный, он вчера уже уехал к ней жить, хочу к Олесе, ну как не жить, а ночевать сегодня. То она в 9 часам должна будет подъехать, поедет нам, покажет красивые места. Нормально. Вот мы едем. Олесь, куда мы едем? На мою работу. Едем, где Олеся работает. Едем это туда. Название Кайло. Кайло? Да. Хочу показать вам немножко прелести самих Гавайи. Здесь уже немножко гористая местность. И здесь больше дождей в горах идет. Совсем вот вроде рядом от океана, там больше дождей, а здесь вот где мы отдыхаем на побережье, здесь меньше дождей. Вот смотришь так вот в горы, там постоянно тучи висят и как бы дождь идет, а у нас дождя практически почти нету. Вот видите, здесь вот уже в горы пошли, уже совсем дождик уже немножко капает. Уже совсем все по-другому. Отъехали напрямую, может там, ну, 3-4
Майла. Вот, смотрите, поднимаемся чуть выше, и уже все, здесь идет уже дождик. Вот такие вот Гавайи, вот смотрите, какие деревья. Как красиво. Насыщено зелени, очень много. Посмотрите, какая красота, какие горы. Вау! Вот это красотища. Зеленючие. Здесь, говорят, очень много пчеловодов, но я не на том острове. Я... Сейчас вот дочка сказала, показала мне это совсем на другом острове, где маток выращивают. Кона компания. Это минут 45 лететь на самолете надо отсюда туда. То если бы было здесь, я с удовольствием поехал бы, снял бы, как выводят здесь маток. Они моего друга приглашали, говорят, приезжай, посмотришь, как процесс проходит. Но это лететь 45 минут, это немножко время, неохота тратить время. Приехал отдыхать, будем отдыхать. Туннель такая пробитая через горы. Смотрите, вторая гора, вторая туннель. А вон океан. Красивый какой. Красиво, как деревья, посмотрите, какие красивые. Да. Красота. Все в деревьях. Деревья, кустарники. Очень красиво. Круглый год что-то цветет. Очень-очень красиво, да, да, да. Красота, посмотрите, какая гора. Такие интересные, красивые горы. Тут видите, сколько цветов на деревьях. Гора какая. Красота. Дались? И как высокая она? Ну, дочка, она у меня спортивный человек, любит по горам ходить, хайкинг делать. Под водой плавать, все, короче. Не боится ничего, бесстрашная. Вот такая была моя мама тоже. Я ей говорю, в бабушку пошла. Мама моя всю войну проработала рыбаком. Она вот рассказывала, когда на лодке, ну, на шесте, отталкиваясь шестом,
Говорит, если какая-то лодка впереди, у меня догнать, ну, это она говорит, у меня в голове догнать и обогнать, чтобы только она впереди была, больше никто. Такая вот она была крепкая женщина. Такие вот домики, это mobile homeчик, наверное. Здесь уже все в тучках. Деревья тоже цветут разные, каких только деревьев нет. Спортом занимаются. Ага. С бебечками. Все дети сидят, смотрят, как мама занимается, все женщины занимаются. Заправка, вот бензин 5.18 плюс 5.43, супер 5.73. Здесь дороже все идет, чем у нас. Но все равно живут люди, зарабатывают нормально. Цветочки, смотрите, какие. Белым цветет. Цветов видно, только зацветает. Это уже как другой городишко, да, Лис? Да. Как Кайлуа. Кайлуа. Да. Душновато, красиво. Сколько цветов? Здесь небольшой вот этот городишко. Да, маленький. Там дождь идет в горах. Маленький. Небольшие домики, частный сектор. Здесь
приехали мы к Олесе на работу. Лень!